Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и... Гагатеридзе. Добро пожаловать в нашу новую совместную рубрику, где мы... О, божечки, что мы будем сегодня делать? Челлендж-рубрика. Кто последний, тот молодец. Это буду я. Быстренькое объяснение, что мы будем с вами делать. У нас есть один троллинг-мир в Майнкрафте, и каждый из нас должен будет там выжить на протяжении 3-4-5 минут. Но все не так просто, потому что выживать мы будем посреди монстров, ловушек и прочей всякой билиберды. Кто-то один будет выживать, а кто-то другой будет ему мешать. И в данном случае, в данной серии, мешать мы будем с помощью такого челленджа, как туалетная бумага. Сложно это объяснить, но ты поймешь в течение серии, что же мы хотим тебе донести. В этой серии мы будем играть на деньги, на самом деле. Кто быстрее? Сейчас я достану 5000. Я ставлю 5000 рублей, а Катя ставит 250 баксов. Давай. Все эти деньги пойдут тому... Кто сможет продержаться больше, чем его противник? То есть, если я продержусь больше, чем Катя, я получаю все эти деньги. 250 баксов Кате. 5 только баксов были. У меня рубли 5000. Я надеюсь, то, что это равносильно, да? 250 баксов. Ну, неважно. Мы снимаем с двух камер. Опа! И опа, даровесенькие булы, чтобы вам лучше было видно, что же будет происходить. Оставайся до конца, никуда не перематывай, ты поймешь, в чем смысл этой рубрики. Если она тебе понравится, поставь лайкусик, в первую очередь подпишись на этот канал. Если мы наберем много лайков, мы обещаем то, что выйдет что? Новая серия. Новая, ёпты, серия, поэтому погнали. Не пугай меня. Первый раунд, мы ставим секундомер. Камера, все работает. Деньги на столе. Если я продержусь, сколько, Катеридзе, мы будем держаться? 3 минуты, давай для первой серии 3 минуты. Я, по крайней мере, надеюсь, то, что у нас все это получится. Ночь. А это значит, то, что всякие монстрики будут вылезать наружу. Ты учитывай это. Не стой, пожалуйста, за мной. Мне страшно, что ты там будешь сейчас делать. Катя не мешает, я должен выжить. Мы играем на сложном уровне сложности. Ох. Погнали. Опа. Так, Кать, подожди. Подожди. Какая у нас будет задача? Нам нужно добыть ресурсы и хотя бы начать проходить... Да я уже стукнулся! Я уже упал, тут всякие ловушки. Катя, Кать, подожди. 3 минуты, я уже проезжался 14 секунд. Мне нужно добыть ресурсы и нужно начать строить дом. Да подожди ты, на микрофон-то зачем? Подожди, добываем дерево, да, Кать. Ну все, хватит меня, пожалуйста, отвлекать. Это как бы и наша задача, поэтому мне бесполезно ныть, отвлекать, не отвлекать. Идем дальше, все. Ну ты как-то плохо отвлекаешь на самом деле, смотри, как я уже... А еще мне нельзя руками ничего убирать, поэтому... Так, я уже добываю досочки, делаю верстать... Да Катя! Делай верстачок, так, палки у нас есть, делаем кирку. Катя как-то очень плохо отвлекает, поэтому я уже сделал кирку. И что самое главное, мне сейчас нужно сделать меч, потому что ночь уже близко. Ну так я вообще точно ничего не... Да подожди! Ночь уже близко. Я почему-то землю поставил вместо дерева. Фу. Я паука уже вижу! Да, подожди! Я еще ничего не успел сделать! Где паук? Так, я одного паука уже убил! Так, дерево есть. Ага, хорошо. Кирка есть, меч есть, мне нужно кирку. Ой, что я нажал? Подожди, я на какую-то плиту нажал. А-а-а! Что, ветки заспавнились? Дайте мне камень под... Я... Чё? Это не так просто, как я изначально думал. Отстань! Лохопут! Минута 57. Я продержался 1 минуту 57. Мне интересно, сколько ты тогда продержишься? Это мы еще посмотрим. Первый раунд у нас закончился, деньги у нас до сих пор валяются, еще никто их не забирает. Если ты продержишься больше, чем я, больше, чем минуту 57, если ты умрешь позже, значит, ты будешь последним, кто достоин забрать эти деньги. Ой, я надеюсь, все поняли, в чем заключается смысл этой рубрики, если тебе нравится. Дай нам знать, Катюха, мы устроим продолжение. Забирай свою туалетную сральную бумагу и садись. Что вкусно пахнет. Садись, давай, твоя очередь. Подожди. Второй раунд у нас начинается. Секундомер,
Пошел, все идет. Все, я живу. Главное, не умри. Я живу, я живу. Ты живешь, но ты пока что живешь. Ты живи, живи. Блин, где? Ломай блоки левой кнопкой мышки, ломай, зажимай, ломай. Как? Зажимай. Зачем? Куда? Прыгай, 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 всё. Прыгай. И сверху сломай блок, Катя, ну басильно, сверху мышку наверх подними. Блин, давай, наконец-то, все, главное не падать. А! Ты че, блин, офигеть? Да твою! Можно мне еще разочек, пожалуйста? 25 секунд ты продержалась. Можно мне как профессионалу еще один дополнительный шанс? Ладно, учитывая, что ты нубая сисечка. Катя как бы уже не нуб на 2%, она всего лишь профессионал, поэтому мы учим ее дальше играть в Майнкрафт. Это самый лучший способ. Время уже пошло, если что. Смотри! Не надо, не смотри, не надо, нет. Я просто сейчас пойду дерево добывать, и все, и ты мне ничего не сделаешь. Нет, 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 нет. Я куда-то встряла. Кто меня убил, опять? Ладно, погнали, третий круг, Катя. Ну, как бы ты уже понимаешь, что деньжата вроде мои должны быть, но если ты сейчас еще продержишься, возможно, я не знаю. Подожди. Если ты хорошечно продержишься, возможно. Подожди. Папа! Твою мать! Катя, так, не тут мочились, мина. Пожалуйста. Извините. Опа! Фу, блин! Ломай дерево, ломай дерево! Сколько? Ты уже 30 секунд продержалась! 30 секунд! Убери свои... Фу! Не, ты не должна ты, ничего делать, ты не должна. Тоже, ну да. Я не так часто, как ты. Так, собираем деревце. Нельзя, 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 нельзя. Опа! Кать! И что это? Неправильный крафт. Один дуб — это 4 доски. Вот, видишь, 4 доски появились. О, все. Опа, отлично. Появились. Опа. Оп-оп-оп, пропали. Оп-оп. Прямо, надо прямо бежать, Кать. Вот, да, надо туда бежать. Уберись! Куда, куда? Березу куда, хочу. Куда? Да не надо березу. Хочу березу. Фу, блин. Ой, еще и ночь. О, курица. Тебя кто-то стреляет, тебя кто-то стреляет. Кто стреляет, кто стреляет, кто стреляет? О, мелкий засранец, ты смотри. Куда смотри, все? Минута 46. Неплохо, Катеридзе, неплохо. Все, денежки мои? Не-не-не. Денежки мои? Не-не-не. Пополам. Ну, смотри, ну ладно. За хорошее участие, за то, что 11 секунд тебе еще осталось продержаться, это тебе возврат твоих средств. Ну, Катеридзе справилась. Знаете, как родители учат детей плавать? Просто бросают их в бассейн и типа учись. Или ты утонешь, или научишься плавать. Так же и Катю. Мы бросаем Катю в суровый мир Майнкрафта. Или Катя учится, или Катя умирает. Катя умирает. Ну, это мы посмотрим в следующих сериях. Если тебе понравилась эта рубрика. Ну, а вы в комментариях предлагайте свои варианты. Какие челленджи, с чем, с каким участием мы должны это провести. С туалетной бумагой или еще с какой-нибудь фигней. В общем, пиши в комментариях. Зубной пастой по лицу размазать. Все зависит только от тебя и твоей фантазии. А мы тебе горим огромнейшей спасибо. Спасибо большое, кто что посмотрел ролик. Что нужно делать? Подписываться на канал. Да, в первую очередь. Ставить лайкуху. А, во вторую очередь, да. И в третью очередь. А понятно. В четвертых я тебя в следующей серии уничтожу. А, какое громкое заявление. Ну ты как бы можешь меня уничтожать, но вот эти... Нет, порвешь! Это все же мое. В следующей серии посмотрим, отыграешься ты или нет. Еще раз засуну сюда. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем... Ой.